А что предыдущая семья вам сказала с ней делать? Ну, они мне просто... Да. Гулять? Любить. А сами что не любили-то? Ладно, на тумбу залезла хорошо, молодец, не боялась. А как зовут? Хельга. Хельга. Ну вот, я понимаю, цвиршнауцер. Пойду попью. Или поем. Цвиршнауцер все-таки. Ну, четкая собачка. Прям такого типа военного подчинения. Собака очень четкая. Кто декоратор? Кто сказал? Так. А как, напомните, вы с ней часто занимаетесь сейчас? Вот на прогулке, видимо, да? Угу. Дома? Да. Дома. И что, какой процент дома? На прогулке вы что делаете? Хорошо, но она периодически выпадает. Дома хорошо? Да вы что, даже дома выпадает? Угу. Дома реже, на прогулках чаще. На прогулке рвется вперед. Куда рвется на прогулке? В кинологическую сетку или просто по запахам? Рядом, пойдем. Идем. Рядом. Стоп. Вернись. А давно рядом учите? Да. Я потом узнаю, что она хочет. Давайте сначала разберемся, да, с тем, что хотите вы. Хельга, вниз. Да, добро пожаловать в клуб шнауцеров. А вы как думали? Это собака с характером. Давайте про жесткий ПП еще. Вы отучали собаку поднимать. И что такое жесткий ПП, я такого не слышала. Привет, мой хороший. Так, поводочек поднимите. Да. А, пока не знаю. Давайте пока покороче. Налейте собачке попить. До двух была в другой семье, да? Вы вторая семья, правильно? 4,5. В первой стае была другая собака, Ауси, да? Угу. И, видимо, она ее немножечко подавляла, судя по всему, да? Судя по таким отдаленным, да, информации, поняла. Значит, с декабря, то есть 23-й год, получается, она с вами? Да? Ну и получается год и немного, да, с хвостиком. Поняла. ОКД у вас собачка прошла, да? Ну так, прошла общий курс без особых. Курс был длинный, короткий. Какой был курс? В общем, он был трехмесячный, Хеля. А, трехмесячный, то есть настоящий. Он затянулся на полгода. На полгода. Поняла. На курсе было много собачек? Да. Начинали мы, нас было 12-13. О, солидно. А на экзамене мы остались только вот... Ну, естественно, отсев всегда бывает. Я поняла. Поняла. Что на ОКД учили? Ну, прям нормативно сидеть. Нормативно. Как это называется? Ну, все... Все общие команды ОКД. Поняла. Да. Что, вы не пропускали? Нормально работали, да? Регулярно? Нормально, но мы шли как через битум. Очень тяжело, очень туго все давалось. Она с большим страхом относилась. А вы пошли на этот курс сразу, как только взяли взрослую собаку? Или немножечко все-таки прошло период адаптации? Мы приехали в июле, а на курс мы пошли в декабре. То есть она успела адаптироваться. Да. До этого времени мы занимались по вашему каналу. По моему каналу. Да. Поняла. Хорошо. Не хватило информации на нем? Или социализации хотелось, чтобы собачки были другие? Да, мне хотелось социализации, потому что моя первая собака. Первая собака. Мой хороший. Ну да, понятно. Понятно. А что предыдущая семья вам сказала с ней делать? Ну, они мне просто... Да, гулять? Любить. А сами что не любили-то? Ладно, это вопрос риторический. Она ходила зигзагами. Ага, поняла. Хорошо. Так, ладно, с проблемами пока отложим. Давайте сначала посмотрим, что она умеет. Отстёги снянуть можно или она убежит? Вот, я не уверена. Нет, она приходит обычно? Приходит. Ну, хорошо. Давайте, что там у вас 2 метра, да, дистанция. Вот и давайте. Примерно отшагните 4 шажочка. Посмотрим, что там вы вспомните. Не принципиально важно команды. Давайте там сиди. Лучше к себе и назад. Давайте, можете вызвать ее и вернуть? На тумбу залезла хорошо, молодец. Не боялась. Хорошо, пойдем.
Хеля, назад. А как зовут? Хеля, Хельга. Хельга. Хеля, держи. Хельга, ну Хеля. Вот, я иди понимаю, цвершнауцер. Пойду попью. Или поем. Ага. Продолжаем. Обойди. Иди сюда. Ближе, ближе, ближе. Хорошо, рядом. Это вы к ней рядом встали, а не она к вам встала. Не подстраивайтесь, давайте нормально сделайте. Цвершнауцер все-таки, но четкая собачка, прям такого типа иди сюда, военного подчинения. Собака очень четкая. Декорат. Кто декорат? Кто сказал? Первый тренер, не хотел с нами заниматься совсем. Сначала, ну и берите другого Хели, тренера, если первый не хочет. Хели, о, главная Хели. Фотография. Да, давай да. Скорее, давай скорее. Иди сюда, Хеля. Так, пристегнем ее, чтобы она не уходила. Просто бросьте поводок, вот она еще разочек пойдет, и вы на нее, на поводочек ножкой наступите. Ладно, все. Так. Давайте листья на тумбу. Еще разочек обход покажите мне, пожалуйста. Так, вперед, вперед, на тумбу. Оп. Хеля, оп. А как, напомните, вы с ней часто занимаетесь сейчас, вот в на прогулке, видимо, да? Прогулка, угу. Дома, да. Дома? Дома, да. Дома. И что, какой процент дома? На прогулке вы что дома делаете? Хорошо, но она периодически выпадает. Дома хорошо? Иди сюда. Да вы что, даже дома выпадает? Дома реже, на прогулках чаще. Ничего да, себе у вас дома вперед, астрал. Хорошо, нет, ну давайте еще разочек вот это то, хорошо, что мы собирались. Ладно, бросьте поводок, побежит, наступите. Хорошо. Давайте, обход себя, возврат на тумбу, давайте. Иди сюда. Хельга. А на улице занимаетесь хоть немножко? Да. Иди сюда. А сколько в процентном соотношении дома и улицы? Обойди. Примерно. Пошла, 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 пошла. Давай, давай, доберись, мой хороший. Вы такая звонкая. Вы просто... У вас такой голос всегда, да? Вы прям звонкая. Ладно. Это у вас обычный голос или вы с собакой так? Вот жалко, свидетель ушел. Обычно потише, да? Когда волнуетесь. Хорошо, ну ладно, значит, потише будет постепенно. Что-нибудь еще можете лежать, например? Ты моя умница, старый собирается. Сейчас, говорит, торжественно все должно быть. Хорошо, стоять. Стоять. Хельга, стоять. Хеля, Хеля, Хельга, Хеля, стоять, давай, давай, стоять, стоять, да, молодец, нет, стоять, Хеля, стоять. Прицепилась к тебе, да? А ты стоять. Понюхать все хочешь? Давай, давай, стоять. Хозяйка. Давай, Хелюша, стоять. Так, кроме Хеля. Стоять что-то можете еще? Лапы на тумбу сделать? Лапы на тумбу, да. Можете? Вниз. Ну, давайте лапы на тумбу. Хеля, вниз. Хеля, Хельга, вниз давай, вниз, лапы, 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 нет, вниз, плохо, лапы, лапы, лапы давай, лапы, лапы, хитрая, увидела, что в руке лапы, да. А зачем вы в руку что-то это взяли? 4,5 года. Стимулировать. Стимулировать. Ну, у нас так сложно, говорю, она, ой, нет, Хеля, лапы, лапы давай. Я не увидела лапы, я поняла так, что она нюхает поверхность, и ей нужно повыше. Или она так умеет совмещать. Так, ну-ка посмотрим, сверю своим списком. Не слышит, видела, да. Тянет поводок, когда тянет, когда ей куда-то хочется, или в принципе. Тихо-тихо-тихо, вы только сами не подскользните. Когда тянет, расскажите, пожалуйста. Ну вот очень сложно, когда мы вдвоем или втроем, вот муж и сын. Угу. Вы все идете, а она впереди? Ей надо, чтобы мы шли все вместе. Угу. Я хожу чуть медленнее. Ну, понятно. Вот, я обратила внимание, да. Хорошо, поняла. То есть, если человек впереди, она тянет к нему. А если сзади? Нет, такого нет. Такого не бывает? Или она не тянет? Вы обычно. Может быть, в этом деле. На прогулке рвется вперед. Куда рвется на прогулке? В кинологическую сетку или просто по запахам? Когда мы только выходим на прогулку, она очень активна. Ее можно по команде рядом повести, но это короткий отрезок. Поняла. Хорошо. Ну вот пройдите от этой тумбы до той в команде рядом. Покажите мне. Так, еще боится темноты, я так понимаю, да? Очень сложно, когда вы боитесь,
боится, там не боится. То есть это бывает буквально, не угадаешь. Вот сегодня боится, а завтра не боится. Того же самого не боится, да? Поняла. Ну, давайте отсюда до туда, команда рядом. Бросайте поводок, покажите. Рядом, Феля, рядом. Бросайте поводок. Вот она у вас-то. Рядом. Феля, пойдем. Рядом. Отвлекается она на Павла. Рядом, пойдем. Феля, Феля, идем. Рядом, рядом. Стоп. Вернись. Вернись. Рядом. Рядом. Нет. Идем. Рядом. А давно рядом учите? Да, ну, с декабря. Да, хорошо. Хорошо, поняла. Возвращайтесь на тумбус, рядом понятно. Что-нибудь, какие-нибудь травмы были, о чем-нибудь я должна знать? Нет повреждений, да? Хорошо. Тогда высылайте ее, прыгать через барьер. Барьер я подержу, потому что немного скользко все-таки, чтобы он не поехал. Высылайте от тумбы. Барьер. Мне надо понимание самой команды увидеть. Барьер, барьер невысокий, она его барьер. Наверняка барьер. И выше прыгает нет, у вас. Барьер. Шнауцер. Барьер. Очень барьер. Прыгучий давай, собак. Давай. А гав такой начинается вот от возбуждения? Да, угу. И не понимает, что происходит. Поняла. Она сейчас очень хочет туда. Хель, давай. Ну, я потом узнаю, что она хочет. Давайте сначала разберемся, да, барьер. С тем, что давай. Хотите вперед. Вы. Вперед, барьер. Хеля, барьер. Нет, барьер. Когда она вот так вот отупела в момент и забыла команду барьер, что барьер. Вы делаете? А, подходите поближе, да? Подходим. Или у вас такого не беру, бывает? Беру поводок. Но дело в том, что занимаюсь не только я. Не только. Мальчишки угу. только с ней гуляют. Ну, я беру муж и сын. Угу. Вот. Угу. И поэтому какая-то вот у нас... Я поняла. Вдвоем ничего мы. Ну, вы сейчас вдвоем? Вдвоем. Ну, вот она туда смотрит. Она видит Павла, и она хочет в ту сторону. А можете нет, вот давайте... А можете вернуться вот в точку, да? Ну, во-первых, вы гуляете с собакой, вам тоже важно. Вот. А во-вторых, когда собака видит, ей проще. А так он то появляется, то исчезает. Я сама на него отвлекаюсь. Не то, что... Все, нет, все, все. Он вернулся, все вернули всех членов семьи. Все, работаем, барьер. Переключайте на себя. Фельга. Иди сюда. Еле. Ну, члены семьи это любимые, Еле. Конечно, объекты и источники отвлечения, это понятно, вопросов нет. Еле. Не только в вашей семье есть другие члены семьи, Еле, которых любят собаки. Поэтому а. Давайте, давайте, переключайте. Давай, Хель. Хорошо, барьер. Давайте, барьер. Нет, еще раз. Вниз. Поводок коротко, не натягивайте. Не, зачем нам поводок? Барьер. Бросьте его, она же не барьер. Убегает. Мы наступим, в крайнем случае, вот там Еле. Перехватит. Барьер. Все, дальше, чем вот туда, она же не убежит, правильно? Ну все, прыгаем, да, прыгаем, барьер. Так, пробуем за кусочек. Нет, уходите к тумбе, идите к тумбе. Да, кусочек уберите из руки, 4,5 года, не прокатит, нет. Барьер, давай, Еля, барьер, нельзя, ой-ой-ой, нельзя. Так, барьер. Я вас к тумбе привяжу. Барьер. Еля, барьер. Хозяйка смеется, думает, я шучу. Нет, нет, я смотрела все ролики. Барьер. Давай, барьер. У меня дерево барьер. Для этого специально высажено, нельзя, так что... Еля. Ничего, барьер. Ничего, смотрите. Не, отзовите его сами, отзовите. Отзовите сами, не бегите за ней. Ну-ка, вот если, да, член семьи, видите, никак не реагирует, правильно делает. Все, зовите, зовите его обратно. Нет, фу, нельзя, Еля, плохо. Да, вот так. Ай-яй-яй-яй. Да. Ай-яй-яй, это ваше отрицательное подкрепление такое, да, у вас? Не всегда. Не всегда? А что вы еще можете? Нет, нельзя, фу. Запретительная команда да. высказать ей можете? Могу высказать. Лекция на сколько будет? По-всякому. По-всякому. Ну ладно, барьер. Давайте, барьер. Барьер! Барьер! Еле, барьер! Барьер, вперед, вперед! Мне нужно, чтобы она прыгнула по знакомой команде, незнакомый объект, да? Вот понятно, что барьер для нее несложный, если вы вот так нависнете, она прыгнет, у меня вопросов нет. У нее хорошая форма, активность, и судя по тому, как она лапы ставит, у нее прекрасный мышечный каркас. Но мне нужно, чтобы вы выстали вот с этого 1,5 метра. Давайте. Еля, барьер, барьер, нет, назад, вернись. Хорошо, наступили ногой, правильно. Так, барьер, смотри, барьер, вперед. Нет, вперед, вперед, Еля, вперед, 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 давай, Еля, барьер.
Хорошо, вставайте рядом. Я поняла, кусок я вам не разрешу, так, нет. Но вы можете встать рядом и прям показать ей, что это барьер. Давайте. Зачем вы взяли поводок? Можете ножкой наступить, чтобы он не завалился. Бросайте, бросайте. Молодец, обратно, барьер, давай. Хорошо, все, замечательно. Освоили мы барьер, познакомились. Идите, пожалуйста, к тумбе, собаку на тумбу. Не отходя от тумбы, пожалуйста, сделайте еще раз барьер. Давайте туда-обратно. Там уже следы, там тропинка уже будет скоро. Давайте. Барьер, нет, нет, вниз. Барьер. Так, здесь понятно. Когда вы дрессируете, какой вы используете метод? Кусочек куском наводите на объекты незнакомые там или что-то? Как это происходит? Вот. Сейчас уже нет. То есть мы в лесу прыгаем через папа. То есть, когда вы учите ее, сейчас куска в вашей руке нет? Нет. А сейчас почему появился? А я занервничала, я смотрю, вы занервничали. Что делает. Надо хоть как-то ее привлечь. Да, да, поняла. Хорошо, ладно. Ну, когда вы привлекаете ее куском, она отвлекается от задачи. Она вообще перестает работать. Ну, вы достали, значит, кормите. Понимаете? Хорошо, давайте обход. Обход же знает, да, вы, вас обходила. Все, обход барьера. Идите. То есть вы стойте. Не надо поводок трогать. Обойдите барьер. Идите. Еля, вниз. Ельга. Вниз давай. Ель, вниз. По ее вниманию на в сторону, там, видимо, стая кабанов не меньше ходит. Я уже боюсь даже, что там такое интересное. Давай скорее. То есть она так демонстративно отворачивается от вас, да. Что она, блин, я рада вот, ну, понять, но я же отвернулась, я же не слышу что-то ничего. Давай, Ельга, вниз. Да, это добро пожаловать в клуб шнауцеров. Давай вниз. А вы как думали? Еле. Это собака с характером. Да. Сегодня она, да, непослушная, дикая, как трава в поле растет, да, у вас? Обойди. Или обойди. Да, обойди. Даже вот посмотришь, и кажется, что правда из подвала выпустили. Обойди. А, даже про подвал слышали? Да вы что? Да, я говорю, вы на вашем канале. Хорошо. Пойдем. Как только узнали, что у нас будет собака. Поняла. Обойди. Хиля, обойди. Обойди барьер. Обойди. Нет. А когда обойди. Вы вот, ну, представляли себе собаку, вы представляли что-то типа шнауцера? Или у вас какой-то другой был тип? Или вы вообще не представляли пока? Как сказать? Я хотела собаку всегда. Вот. Понимаю вас прекрасно. В силу обстоятельств не я могли. Всегда смотрела этих золотистых ретривер. Мягкий, блестящий. Слушайте, вот. Шнауцер, цверг, хорошая идея было взять. Хорошо. Вот, но поскольку у нас вот с мужем коты были, коты. Потом ребенок был, и все как-то было некогда. Это получилось, это случайное у нас получилось. Я поняла, что вы, да, вы собаку взяли. Я поняла. Я не знала даже, что бывают такие собаки, когда я ее увидела в первый раз. Вот, но зато у вас на полу нет шерсти. А был бы у вас голден. Вы бы купили второй пылесос. Еля, обойди. Елька. Так. Эх, никак. Так, ну давайте террор. Да. Лекция. Давайте, что у вас? Плохо? Поводок. Ну что, дергаете поводок-то, да? Или как вы делаете? Я беру ее, и тащите? Да, я говорю, обойди. Еля, обойди. Ага. Я сейчас вам, ну, физическую силу видела, грубую не видела. Я вам сейчас игрушку привяжу, и вы то же самое сделаете. Где дрессировка-то? Хиля, обойди. Обойди. Хельга, у меня обойди. Есть такой плюшевый объект. Хиля. Вот если его привязать, то он также обойдет даже лучше, ровнее этот барьер, чем ваша собака. Вы ее прокатили? Я не против. Вот я почему вас сказала, берите поводок. Где ваша экзекуция-то? Что вы делаете? Что? Лекция? Скажите ей плохо. Да, давайте. Экзекуциями. Может быть, вы ее даже дернете? Может быть, даже вверх? Нельзя. Ага, обойди. Нельзя. Обойди. Обойди. Ну, понятно. Обойди. Ай-яй. Да. Обратно. Обойди. Обратно. Обойди. Давай. Обойди.
Обойди, давай, давай. Нет, другой. Я в целом поняла, достаточно. Обойди. Здесь спасибо, здесь я поняла, достаточно. Давайте про жесткий ПП еще. Да. Вы отучали собаку поднимать. Угу. И что такое жесткий ПП? Я такого не слышала. Это в смысле, что там прям вообще все накармли? Собаку нашпиговать едой. А учитывая, что... А то вы не умели, да? Не умели, да. И сказали, что так как я грубо обращаюсь с Твергом, так нельзя. Что Тверг — это собака чуть ли не аборигенная. Она любит ритуалы, вот, а я очень груба. Я поняла, поняла, поняла. Угу. Вы убежали. Да, поняла. Здесь я поняла. Хорошо. Так, с барьером все ясно. Давайте по жалобам. Значит, ну понятно, что в собаку много сил вложено, и то, что она сейчас не показала, совершенно не говорит о том, что она это не может. Здесь вопросов нет. Давайте по жалобам. Значит, вы управляете с метра. Вот вы идете гулять, с метра вы сказали, она все сделала, да? Ну, да, что вы хотели. А с больше двух метров сказала, что она вас не знает. Мордочку отвернула, да. и непонятно почему. Да, да? В лесу она прибегает со 100%. Прибегает, потому что вы ее отпускаете? Да, я ее отпускаю. Она там гуляет, нюхает, да, запахи, да, ходит. Да, ага. У нее 100% всегда, поэтому мы себе позволяем отпустить. Да. Сама не дрочливая, да? Нет, но она очень такая, я бы сказала, уверенная в себе барышня. Она не любит, когда ее нюхают другие собаки долго и тщательно. Вот, она может рыкнуть. А если тебе говорят, ну как бы мы не боимся хомячков? Она тогда скулит, прячется за ним. А, то есть такой алгоритм, поняла. То есть дальше уже вам решать, да? Как? Хорошо, поняла. Значит, в темноте, когда она туда не идет, что вы делаете? Прижимаю, тащу. Тащите ее. Тащу, либо. Как же вы на кусочки-то идете? Вы высокая, она низкая. Так и идете, ну, да? К носику она прошла, когда мы прошли это опасное место. Я ей какую-нибудь команду дала, вроде зайки, и за это похвалила. Хорошо. Так, с игрушками у нас что, мяч носит? Носит, но на улице очень редко, не больше трех раз, и только мягенькая. Мягенькая? Шарик это мягенькая? Я просто не... Сейчас, мне прям интересно, мягонькая. Сейчас узнаю, мягонькая у меня или нет. Хорошо. Для шнауцера вы какие-то очень трепетные, мимозного типа, да? Хорошо, держите мячик, дайте ей понюхать. Катните недалеко, только недалеко, прям рядышком с собой. Давайте, принеси, или что там у вас, апорт? Апорт, давай мячик. Смотри, какой мячик. Неси, да, давай. Молодец. Хорошо, смотрите, да, мой мячик мягенький. Хорошо, бросьте еще. Да, ну я и ничего, я как раз и протестировала на вашей собаке. Бросьте еще разочек, пожалуйста, мячик. Только не сильно далеко, так рядышком бросьте. Ну вы прям далеко. Ну ладно, сейчас она же не увидит его. Говорит, я жду, что еще несут. Да. Давай скорее. Да, хорошо. А теперь положите мячик в двух метрах, пожалуйста. Ну, или катните, там, неважно, кладите, да. Хорошо, скажите ей обойти мячик. Хеля, вниз. Хеля, вниз. Хельга, вниз. Обойди мячик. Нет, брось. Брось нельзя. Брось нельзя. Нельзя. Брось мячик. Нельзя. Брось. Бросила, уже бросила. Она просто его усами прикрыла. Брось, мы горбушки прячем. Обойди. Как у вас только горбушка помещает. Брось. Хеля, нельзя мячик. Иди сюда. Брось мячик. Брось нельзя. Брось. Нет, нельзя. Мое. И груча какая. Обойди. Веселая. Обойди. Нельзя. Брось. Что это такое? Так лапы классно бьет вообще. Говорит, да бросила. Обойди, нельзя, обойди мячик. Обойди, давай, обойди. Футболистка. Футболистка, да. Все понятно, достаточно, спасибо, здесь поняла. Сажайте на тумбу, давайте... Хеля, на тумбу.
жалобы. Общий курс вы прошли, полгода получается, да, у вас был курс. Это вы прошли, команды, знаете, пользоваться ими не очень получилось, да, то есть с дистанции не получается. С дистанции, да, мы почему на вторые курсы пошли? Дело в том, что когда мы там именно индивидуально на УКТ ходили, даже так. Тренер, как бы, ну он по служебникам, и он изначально на нас очень видел ставку и говорил, что ну собака диванного типа, зачем с ней заниматься. Вот. А у меня главная задача была, я получила инструменты, я не знаю, как с ним работать, что с ней делать на индивидуальных занятиях. Как он ее передавил? А вы занимались с ней или он? Вот в том-то и дело, что я изумилась. Мне же никто не говорил, как это будет проходить. Мы приехали, он меня посадил на бум. Вот, сам взял поводок, сказал сидеть, не шевелиться. Вот. Слезы не лить. Я, раз ты не научила, научу я. Она не брала опорт совершенно. Вот то, что она сейчас схватила мячик, это прям я просто... Не ожидали, да? Да, потому что у нас было, мы же не бросали, никакие палки не брали, ничего. И вот, ну, механически. И сколько он с собакой, сколько вы на буме просидели? А потом? Следующий урок? Ну, минут 30, наверное. Дело в том, что она все равно в конце занятия отказывалась. Несмотря на все попытки ее убедить, что она должна была держать палку. А начала она ее держать дома, посмотрев на кота. Она вообще очень умная, но хитрая, на самом деле. То есть кот стал приносить мячик, я за мячик покормила, она взяла палку. Я удивилась, чуть ли не расплакалась от счастья, потому что это было удивительно. Хорошо, поняла. То, что сейчас есть видно, и видно то, что она не показала. Что вы хотите? Ну, мне бы хотелось понять, куда двигаться дальше, и как вообще вот это все развивать, потому что вроде бы мы начали, и мы ее все это безумно любим, обожаем, но хочется ей это дать видно. Полноценную собачью жизнь. То, чего она, может быть, там не получила в силу каких-то обстоятельств там, да. Подытожим. Дома вы занимаетесь каким-то таким продвинутым курсом. Зайки, видимо, да? Поняла. На улице вы ходите в лес, когда есть возможность, и она там рыщет по следам. Белок ищет или кого-то там еще? Да, Парьерчики прыгают. Горбушки у белок отбирают. Горбушки. Ты у белок горбушки отбираешь? Да, она вот бороду прячет. Поняла. То есть вы ее отпускаете, она бегает, а вы просто идете по тропинке? Нет, я периодически отзываю всю прогулку. Я отзываю. Отзываете от чего? От белок? Или просто подзываете? Чтобы она остановилась, допустим, по моей команде. Чтобы она подошла, меня обошла. Но она, допустим, вот когда я ей бросаю игрушку нашу привычную, которую она обычно она ее хватает, может быть, раза 4. Я смотрю, пока у нее интерес есть, потом я уже убираю. Потому что я знаю, что она не принесет уже, пятый раз уже она не станет. Я поняла. Значит, у вас запрос, что с ней делать дальше, вот то, что вы дальше, сейчас достигли, а вам надо еще больше чего-то, да? Мне, в принципе, нравится с ней заниматься. Я хочу понять, все ли я делаю правильно и как делать правильно. Я бы вообще, конечно, хотела попасть... Почему мы пошли на вторые курсы? Потому что мы первый раз ездили, у нас в городе ничего нет, мы ездили в другой город, в другую область. Вот, я увидела в соседнем городе и понадеялась, что, о, классно, собаки, мы сейчас как раз перераздражители, вот это все сейчас и отработаем. Но я ушла, потому что мне не понравился подход. Это понятно, поняла. Да, ну, а у вас, вот в вашем городе, у нее есть какие-то задачи, вот чем она занята, кроме вот у белок горбушки отнимать? Вот там... Может быть, вы учите ее что-то находить в самостоятельном режиме. Понятно, что в городе не раз и обчелся. Преодоление препятствий, да? Ну и как она? Ну и как она преодолевает эти детские площадки препятствия? Вот, знаете, очень странно. То есть, как будто вот от фаз луны зависит. Иногда прям очень хорошо. Бывает, то ли, я не знаю, ветер подул не туда, или ветка там треснула, она может отказаться идти, но уже привычный. Это тоже, что и в машине, то она хорошо едет, то боится, по углам прячется, да? Она дрожит, да, вот у нее такое есть. Вот сейчас вот ей не холодно, я больше чем нервничает. Не от холода, это нервно. Конечно, не холодно, она у вас в шубе. Она поняла. У нас маленькая совсем, поэтому немножко перепутала. Она у вас под шубой такая же, пушистая, или стриженная? Она с браком. Триммингованная? Нет, она не триммингованная. Она изначально шла
Пушистая, то есть. Пушистая, да. Ну, мне пушистая ваш брак по шерсти абсолютно, да, шнауцер и шнауцер, какая-то у него особенность, неважно. Хорошо.